Вот такое милое маслице купил на Wildberries и одну бутылку уже схомячил. Оно годовалое. И я считаю это даже плюс, потому что дату не перебили. Раз оно годовалое, значит более честное. Вот какой-то лот но еще есть. Давайте сравним лоты. Похоже, одни и те же лотики. Да. Видите, Gmail, Gmail.com. То есть ребята шифрованные, молодцы. Эх, все равно город Москва вмешался. Паназия импекс.ру. Я уж думал, оно чисто не русское. А нет. Везде Москва свои щупальца распространяет. Ну вот одну я бутылку сожрал, нормально. Картошку фри жарил. Где тут название-то? Вот название. Quaisance Best. Отбеленная, дезодорированная и рафинированная. Всем пока.